марафон с концертной программы дуэта «Виолончелиссимо» в составе Ольга Веселина и Вадим Ларчиков. Дуэт был основан в Одессе в 1995 году. И целью это было в возрождении забытых произведений мастеров барокко и классицизма, а также расширение современного концертного репертуара вот для такого странного состава. И для этого замечательного дуэта написали произведения свыше 50 композиторов из разных стран. Я могу здесь перечислить, но некоторые имена вам знакомы. Ну, например, Эрик Гросс, Австралия, Виолетта Денеско, Германия, Виктор Разгада, Мексика, Росс Керри, Новая Зеландия, Зигмунд Краузе, Польша, ну и, конечно, композиторы России и Украины, например, Дмитрий Копырин, Александр Щетинский, Ула Кригл, Эстонии и многие другие. Дуэт является лауреатом международных конкурсов камерных ансамблей в Италии, награжден 7 творческими премиями в США, Финляндии, Франции и Швеции. Дуэт концертировал в более чем в 20 странах и принимал участие примерно в 140 фестивалях. Он записал 7 компакт-дисков, которые вышли на Украине и в Швеции. Так что мне, честно говоря, очень стыдно, что на таких музыкантов пришло так мало слушателей. Но тем более я очень рад, что вы пришли. Поэтому вам честь и хвала, я уверен, вы получите большое удовольствие. В сегодняшней программе, которая разделена абсолютно непропорционально по времени, у нас в первом блоке сочинение Людмилы Юриной из Украины, она сейчас живет в Германии, «Отдаление для двух виолончели», Мирьям Талли из Эстонии, «Черти спорят», Анна Эриксон из Швеции, «Ступица колеса», Дмитрий Копырин из Москвы, «Нерв для двух виолончелей», Вадим Ларчиков, который не только виолончелист, но еще и композитор, «Храм неба» для виолончели соло, и Миклош Марш из Швеции, дуэт для двух виолончелей. А вот во втором блоке прозвучит всего одно сочинение замечательного петербургского автора Александра Кнафеля, которого гораздо лучше знают за рубежом, чем в своем родном отечестве. И это, очевидно, такой вот знак судьбы. Либо человек должен быть в нашей стране очень-очень-очень-очень старый, либо должна быть какая-то скандальная известность, а вот так просто прожить для того, чтобы получить признание у себя на родине, это будет крайне редко. Вот. И я был на нескольких фестивалях за рубежом, где Александра Кнафеля принимали на ура, примерно так же, как принимали в свое время Шнитке и Губайдулину и Денисова. И вот, к сожалению, музыка его исполняется в нашем родном городе, в его родном городе, чрезвычайно редко. Вот тот самый редкий случай, когда вы имеете возможность послушать его «Агнус Дей» двух псалмопевцев. Именно так автор назвал свое произведение. Программка у всех есть, объявлять я не буду. Я приглашаю наших музыкантов. Thank you.
раздался громкий голос, говорящий: thank you.
Thank you.